Я слышу, твое главное оружие — это ум? Что ж, посмотрим, сможешь ли ты его противопоставить моей ловкости. Ну что, начнем. Бутьмин. Ебать. Ну-ка, ну-ка, оп. Я знаю. Ой. Что ты знаешь? Я знаю, как я тебя шатаю. Я сейчас тебя... Смотри. Вау. Сильно. Ладно, понял. С тобой лучше не шутить. А слушай, как насчет улететь? Йоу. Дружище, хватит ломать мой город. Ебать. Это мой город, зачем ты его ломаешь? И зачем ты спамишь здесь? Своих гребаных мышек. Никогда не любил летучих мышей. Особенно больших, и которые пытаются меня убить. Таких я вдвойне не люблю. На! Хватит упендриваться. Дерись как мужик. Конечно. Смотри, сейчас я к тебе... Эй, где я? Где? Скажи, где я? Как думаешь? А вот он я. Нет, хорош взрывать, слушай. Я поэтому. Потом за это все расплачиваться. Давай ко мне. Не. Пошли. Ты первый. Ладно. Вау! Эп! Сейчас сделаем. Йоу! Тихо. Это больно. Слушай, это больно! Какого? Yes! Черт! Yes! И здесь выходит Человек-паук. 1-0. Раунд 2. И здесь я снова тебя шатаю. Черная ты, ворона. Или кто ты там? Эй, слушай, а вообще, что ты за... Воу. Что за нечестная хрень? Почему ты невидимый? Потому что я Бэтмен. Что? Почему ты летаешь? Ну, потому что меня укусил радиоактивный паук там и все дела. Ну, ты же слышал об этом по-любому. Не. Опять. Я смотрел про тебя фильмы, у тебя нету такой способности. Теперь есть. И, по-моему, ты не был таким косоглазым. Почему ты не можешь по мне повысить? Потому что я Бэтмен. Джеронимо! Вернись. Вернулись. Пам! Пока. Стой. Ой-ой-ой! Куда ты? Тихо, стой! Мне прекратить тебя бить! Психопат, за мной бегай, психопат! Черный психопат! В одеждах из секс-шопа! Стой! И это говорит парень в латексе! Я не в латексе! Что за нравы? Что за времена? Ладно, я пошел. Ну тебя в задницу, ты меня наскучил. Взрывай там себя сам. Спускайся! Алло. Живее! Будешь ждать? Нет, взорву себя. Плохая идея, Бутман. Я Бэтмен. Оп. Не-не-не-не-не-не. О, ты. Не-не-не-не-не. Я Бэтмен. Фак. Еее. Это был врыв. Ладно, 1-1. Эй, мышка. Что тебе, паучок? Кроме того, что я тебе сейчас шатал. Ага. Давай чуть-чуть поменяем правила. Нет. Так как это мой город, я хотел бы тебе его пол... Да тихо. Ты чё такой злой? Подожди. Ладно. Пока. Увидимся. Стой. Лови. Воу. Увидимся позже. Давай. Выходи. Кроме того, что я хотел бы тебе показать в этом городе кое-что. Ты же у нас гость. Поэтому давай я тебя по нему проведу. Сейчас под нами будет замечательное такое здание, замечательный вид. Пока. И вот, ты можешь увидеть отличный, красивейший переулок, в котором нет ничего, кроме этой паутинки. Ну, понимаешь, я же здесь супергерой. И хорошо, что ты не заметил этого позора. Спасибо тебе большое. Всегда пожалуйста. Пойдем дальше. Куда ты хочешь пойти? А, ты хочешь пойти ближе к центру, да? Окей. Там тоже действительно хорошее здание, красивое. Куда ты исчез? Меня пугает твоя невидимость. Очень пугает. Джеронимо! Нет. Потом. Хватит летать. Выходи давай. Бум. Пока, полетели. Мой двигатель Карлсона чуть меня не подвел. Ух, живой. Жив цел, орел. Чертов Нью-Йорк! Где выход? Конечно, это же не твой Готэм-Сити, где между двумя зданиями только можно летать. Были мы там, смотрели,
Оп-оп-оп. Ты меня не видел? Это все галлюцинации. Да! Привет. Умри! Охренеть! Вот это да! Обожаю! Вон он, маленький муравьиш. О, нет, я его не вижу. Окей. Тогда вернусь, пожалуй, да, обратно на крышу. Где-то. Покажи. Воу! Воу-воу! Черное, нечто черное поглотило меня. Наверное, это веном. Я не сдамся. Я вижу твоих вот этих вот подружек, но тебя я не вижу. Где ты спрятался? Почему ты оставил здесь своих подружек? Скажи мне, Бетси. Я Бэтмен. Куда ты делся? Я делся? Хочешь узнать? Ты правда хочешь это узнать? Да. А ты знаешь, что будет с тобой, когда я появлюсь? Ничего плохого. Ничего? Ну да. Ты достал меня! Я Бэтмен. Кончай исчезать. Выходи ты уже, где ты лазишь? Нет, потом. Я тебе еще не все показал в нашем городе. Пойдем, я тебе покажу наш дом, где я живу. Хочешь, покажу, где я живу? Нет. Отличный дом. Дом твоей тетушки Мэй? Он у меня свой дом. Почему ты отвернулся от меня? Потому что я Бэтмен. Ты прям посмотрел на меня, угу, развернулся и ушел. У вас там такие тугие, скажи мне. Я Бэтмен. А, вот почему ты своего клоуна только убить не можешь. В течение всего своего шоу. На! Спайдермен! Уинн!